на нету. Ага, так сюда действительно нормально. Чертовы лаги-баги. Ну, full screen вроде. А, все нормально. Сори, ребята, какие-то лаги Fake Live. Так, и можно прыгать, и постоянно прыгать. Кстати, одно из обновлений это то, что ты можешь через скорость мышки на каждое оружие настроить. Ну, это мне не интересно. По-разному. У меня как бы идеальная стрельба, мне не нужно менять в этом плане ничего. Понимаешь? Понимаешь. Ценишь. ГГ, изи. Просто зашел Дредыч, размотал 10-0 всех. Конечно, конечно. Давайте я поставлю на Quake Life. Оп-оп, апдейт. Там, по-моему, через спауны изменили что-то такое. Но я в дуэль пока еще не играл. И я не знаю, когда сыграю в следующий раз. Так, а теперь он будет стримиться или нет? Так, ребят, ну что вы за люди такие? Дальтап не щиты, дай посмотреть. Так, значит, расширил окно. А, все работает. Хорошо. Сорок три, 31, все вижу, все знаю. Минус 80. Ой-ой-ой, тебя было мало. А, какой-то еще там это, для новичков, что ли, сделали, где показываются респауны. Это забавно. Так, а что, все, поехали. Prepare your team, все. Че, мы 2 на 2, что ли, не справимся? Что-то я вообще не туда приехал. Ну ладно, тиммейт разберется. Или нет? Лол. Засуицидились друг об друга. Вот так игра, вот так мутки. А, нет, стоп, он не сдох. Вот это плохо. Что, переиграл меня парень, получается? Голубые победили. Хорошо, хорошо. Не, ну чатик поприятнее вроде как стал. Что есть, то есть. Блять, рейл как просто как АВП в КС, это кошмар. Что ж ты будешь делать? Не, ну неплохо для 4 на 3, в принципе. А, он пивнул. Минус 100, изи минус 100. Ах ты ж проститутка. Блин, может дуэль попробовать сыграть по-серьезному? Хотя там сейчас это же... Что-то там изменили все подряд. Таймеры ввели. Ну какие нахер таймеры? Ну в чем? В чем? Какие таймеры, дружижани? Хотя я типа не буду спорить, тут вот вначале, как бы, если новичкам начинать играть Quake, то это просто нереально. То есть там, из имеющихся игроков, грубо говоря, все будут выигрывать. Просто абсолютно все. Абсолютно. Ой-ой-ой, я на первом месте. Какой огромный damage output. Раунд begins in 3, 2, 1, fight.
Коленки изменили, что ли? Кстати, там говорили, еще демо что-то с рейл увеличит, но пока не увеличили, я очень рад этому. Какие-то там визуальные обновления, только это хорошо. Так, надо было тоже его, на самом деле. Вообще уже была такая пушка, но она была только на некоторых картах. А, еще вроде можно поставить там в начале, с чем, грубо говоря, спауниться. Правда, я опять же не знаю, что как это делать. Ты че, сука? Ты че, сука? Совсем его? Так, ну кто-то кричал. Видимо, что-то случилось. Все, все, я пошел. Ладно, я никуда не пойду. Блин, 35. Вроде писечкой захватил его, а 35 нормально. Ой, что творит? Ой, что творит? Львит-то как? Господи Иисусе. Побеждай его полностью. Это снизу, дружище. Угу. Угу. Так. Так, ладно, посмотрим, как работает система подбора соло. Один на один, дуэль. Так, алло, 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 Quick Life, успокойся. Так, play now, дуэль. Нашло. И это, какой отличный матчмейкинг. Господи Иисусе. Dismemberment, отлично. Как раз я хотел Dismemberment поиграть. И я, собственно говоря, один на сервере, да? Нельзя на этом сервере сменять карты. Вот жаль. А, стоп. Я не один, ой-ой-ой. Так, ну опять почему-то экран не работает после этой загрузки какой-то странной. Ага. Все, можно брать. Не, ну вы знаете систему подбора, она... Это хорошо, это хорошо. Может, Квейк оживет. Ну, точнее, верняк оживет немного, точно. Но как же таймеры? Боже мой, как же таймеры? Так, это я хуйню сейчас сделал, ну ладно. Надо за шафтом сходить, за рейлом. Еще немножко ракет. Ага. Блять, я уже забыл, где здесь шафт. Ага, вот он. Ах ты же человек! Так, вот там рейл. Давай подеремся. Блин, ну эти, конечно, штучечки отвлекают немного, честно говоря, которые вылетают. Но я думаю, их можно как-то убрать. Это было бы логично. Красный ему уже отдал туда что-то. Что-то, да, я ему отдал его и напрасно туда даже бежал. Я опять это... красный дал. У тебя что, Андрюх, вылетают эти, когда урон наносишь, что ли? Цифрики, цифрики, да. Попробуй вот эту команду, я не знаю. Только на ноль ее смени, если не ошибаюсь. Я тут обновление читаю. Так, ну и рейлис тобой красный сейчас должен появиться. Сейчас я тут доиграю. Ну давай, давай, красненький, давай. Ну 55, пожалуйста, ну давай. Ну, давай, ну давай. Ну, вот уже сейчас, отлично.
Нормально мучу. Нормально мучу вообще. Блять. 19. Опять этот молодой человек сейчас красный заберет. Ладно, идем хуяриться уже. Минус 24, легкие. Блин, короче, опоздал, по-моему, на все на свете. Да, забрал. И красный он тоже забрал. Так, да, там красный, все дела. Нет, только красный забрал, желтый оставил. Ну, что, сюда в таком случае? Вот, тут же нарыв, дорога идет. Ты сдохнуть не хочешь, братюнь? Да ёб твою мать, что же я творю такое? Ой, блядь. И желтый еще ему остается, который я так бережно унес за собой, блядь. Блядь, ты красный забрал, ёбаный стыд. Ребят, как же я умело обосрал ситуацию. Ты уже можешь умереть, да наконец-то, блядь. Так, 47 у нас красный. А он даже и не хочет особо его. Блять, да... Ёбаный стыд, блять. Я сейчас бы так сгорел бы, если бы сдох. Так, мега примерно 10 будет. Мегу я хрен возьму. Или возьму.
Ну давай. Это реально сложная ситуация, чувака. А у меня недостаток шафта на лицо. Не, умирать он не любит вообще. А я попадать. Давай, КС пошел. Пошел КС. Так, это ты что, ты меня развел и забрал мигу, что ли, братюнь? Ёб твою мать, какая боль. Фух, блядь, ну вначале такой хрень какую-то творил, это просто кошмар. Отстань! Ой-ой-ой, какая игра, ребят! Так, Иван там не готов еще случайно? Походу нас Иван обманул с двумя минутами. Иван, го! Что, ты, кстати, не пробовал команду? Не, да ладно, мне уже привык, в принципе. Там просто, кстати, стили меняются с помощью этой команды, вот этих пений. Понял. Так, мы что, опять будем дисмембермент играть? Ну, вроде там ничего толкового не было, так что можно его поиграть. Так, ну, по идее, сейчас я должен меньше херни делать. Так, где я? Ага. Ничего страшного, еще ракеты есть. Чё-то против меня братишка вообще ничего не хотел взять. Мне кажется, он просто хочет заебашить меня. Попрыгать на джампере. You have taken the lead. Потому что причин убивать меня нет у него. Во что угодно. Во что угодно. Иван, во что угодно. Сейчас, мне надо немножко времени. Точнее, минут 9. Хотя, может быть, даже меньше. Парень может ливнуть. 3. Ага. Можем торговаться, Иван, в принципе. Можем, да? Конечно. Yeah.
знаю, мой рокет джамп это такое, конечно, что-то. Но это, видимо, вот как раз-таки новый игрок в Quake, потому что, как понял, он начинает появляться. Тренируется. Потом начнет получаться. Пока не очень получается. Про этот желтый не особо в курсе, походу. Красненький тоже меня ждет. Реально не в курсе про этот красный. У меня как бы были все возможности забрать его. Что поделать? Молодое дарование. Ну, понятное дело, не все сразу. Особенно в этой игре. В этой игре так вообще тяжело все сразу получить. Да, годик поиграет, потом будете убивать на изичу. Скорее всего, да. Так, ты же не уходил обратно. Что-то здесь не так. А, он отсюда ушел. Андрюх, ну ты хоть умри ради приличия, дай ему надежду. Так я, может быть, и сдохну. Не, ну как, это же, блин, это игра для мужиков, какой надежде, блядь. Тогда хоть ногами не бей. Вот смотри, вот сейчас он был очень близок. Так, кое-что я здесь забыл. Угу. Давай. Как же я хорош! Вообще, Quake интересная игра. Вот, допустим, намного меньше рандома, чем в CS. То есть, если я могу человека, который играет, грубо говоря, слабо, выиграть вот так вот под ноль, то есть, и есть такие же люди, которые меня могут выиграть также под ноль. А мне кажется, да я, допустим, играя против какого-то суперлютого чувака, смогу такие сделать там один какой-то рандомный фраг, там, с хедшотом каким-то, или, не знаю, что-нибудь такое. С калаша вот это вот, оружие АВП. Ну, так-то да. Так,
CS еще очень сильно влияет фактор неожиданности, а в Quake там, когда опыт приходит, неожиданности все меньше и меньше. Не, ну фактор неожиданности тоже есть, но, конечно, да, поменьше, чем в этой игре, а в другой игре, ну, которую ты говоришь про игру, это вот. Вот сейчас может быть. Все, уже не может быть. Так где же тут? Хотя да, Мервин правильно пишет, что в 1.6, ну вообще в КС-ке, 1 на 1 также бы размотали, просто не заметили. Ну лол, выходишь просто с дигла, если на выстрел бьешь голову. Нет, все не так просто. Не, ну вообще не так просто. Есть вероятность, что ты попадешь и убьешь с одного патрона. Хотя... Может быть, это... Да, у Мервинга просто жопа горит, когда я про КС всякую чушь несу. Да вообще он оперирует неправильные факты. Вы могли сказать то, что против команды 5 на 5 ни раунда бы не взяли такие, как я. В это я поверю еще. Нет, на самом деле в КС еще же есть 1 на 1 мапы, то есть AIM мапы. Mm. То есть они... Там так как такового нету, там либо калаш, либо МК. Ну нет, тогда вот на таких мапах, мне кажется, я бы смог взять раунд, ну, килл. Типа, возможно, конечно, даже не с первой карты, но смог бы. А тут, типа, против чувака жесткого, если будет потеть, даже я вот, допустим, против какого-то турбодрочера, я там вряд ли фраг сделаю. Хотя, если только с респауна, если мне повезет, там, бла-бла-бла. Ну, типа, если у какого-нибудь сайфера будет цель, чтобы я на нем ни одного фрага не сделал, я уверен, то есть, что я на нем ни одного фрага и не сделаю. Да в КС еще тоже в 1 на 1 сложно, на самом деле. Я когда играл, то есть 1 на 1 и 5 на 5 это вообще разные вещи. Не, понятное дело. Заработал. GG. Так, ладно, Иван уже вроде здесь был.